9 октября состоялось официальное открытие выставки DAS Interior Show 2014, в рамках которой 31 компания представляет свои дизайнерские и архитектурные решения для дома. Такого рода мероприятия организуются уже четвертый год подряд в выставочном центре Moldexpo. Выставка прошла еще одну ступень вперед, и как тематику мы выбрали, в принципе, Версальские сады. Несмотря на то, что на улице осень, нам хотелось внести дольку лета в душу каждого посетителя. Кроме этого, есть дизайнеры выставки, которые предложили. Мы, как организаторы, утвердили эту идею. Процесс организации DAS Interior Show отличается несколько от других выставок. Это очень сложный монтаж выставки. Он очень короткий по времени, всего лишь навсего 72 часа. От пустоты в павильоне вы видите то, что видите. Это огромная работа, это труд многих людей, которые создают вот эту красоту. Естественно, есть предварительный этап, но эта работа нам приносит огромное удовольствие, потому что мы общаемся с прекрасными людьми, мы знаем, что в итоге будет эксклюзивная выставка, проект, который доставит удовольствие огромному числу людей. Отличительной чертой нашей выставки является то, что в гармонии работают владельцы компании вместе с дизайнерами. Поэтому каждый стенд – это маленький остров и своего рода произведение искусства. Мы, в свою очередь, всегда гордимся дизайнерами Молдовы. То, что они хотят удивлять, не устают работать. Ну и, конечно же, за все то, что они творят. Особую атмосферу DAS Interior Show 2014 придал авторский дизайн оформления пространства, разработанный дизайнерами и стилистами Мариной Роденской-Новиковой и Денисом Гнатовским. Атмосфера мероприятия перенесла всех присутствующих из холодной кишиневской осени в солнечные и зеленые сады Версаля. Розыгрыши эксклюзивных предметов интерьера стали доброй и приятной традицией для всех присутствующих гостей. DAS Interior Show уже четвертый год радует нас своими произведениями искусства. И сегодня это потрясающая тема Франции и Версаля. И нам очень приятно быть партнерами сегодняшнего вечера, а именно в лице французского дома Hennessy, где все гости сегодня будут угощаться и наслаждаться Hennessy Very Special. По сравнению с прошлым годом выставка более жизнерадостная, потому что в прошлом году было черно-белое, тоже не менее красивое, чем в этом году, но этот год впечатляет намного интереснее. И, учитывая интерьер, подготовились очень красиво. Выставка в этом году еще великолепнее, чем в прошлом году, конечно, потому что много присутствует зеленого цвета, что дает нам еще немножечко лета. Масштабы, конечно, впечатляют, работы, архитекторы, дизайнеры, молодцы, постарались. Очень приятно, что в Молдове до сегодняшнего дня вот это все развивается. Выставка потрясающая. Я очень рад, что в нашей стране есть огромное количество талантливых дизайнеров, которые на самом высшем мировом уровне могут представить нашу дизайнерскую мысль. К открытию выставки приурочили не менее торжественное событие – презентацию юбилейного номера журнала «Дизайн, архитектура, стиль». Выставка DAS Interior Show 2014 продлится до 12 октября. Мы хотим поблагодарить от издательского дома DAS, от Poly Project Exhibition, мы хотим поблагодарить всех участников, это в первую очередь, и абсолютно всех тех, кто помогал это все создавать, организовывать. Потому что эта картинка, она дорогого стоит. Не только в финансовом плане, конечно же, но в плане отдачи. Я, конечно же, хочу пожелать всем участникам успешной, плодотворной работы. Потому что выставка – это работа 4 дня, это контакты, это взаимодействие всех заинтересованных сторон. Я, конечно же, хочу пожелать им процветания в бизнесе, здоровья, успехов, удачи. Пусть все, что они делают, приносит радость и людям, и им в том числе.